Добрый день, с вами Алла Разводовская. Мы сегодня поговорим с Ларисой о моющих, чистящих, дезинфицирующих средствах, которые есть у нас в компании Amway. Потому что в разрезе информации о том, что пандемия, о том, что ковид, о том, что надо все дезинфицировать, мыть руки, и, ну не только руки, а и свой дом, и квартиру, и как-то вообще защищаться от этого вируса. Ларисонька, поговорим? Да, конечно. О Зуме, да? Аллочка, прежде чем мы поговорим о Зуме, я хотела бы тебя спросить. Скажи, вот мы как бы все рассказали в прошлый раз о этом универсальном средстве LOC, так? А зачем же Зум? А зачем же Зум, да? Казалось бы, он да. как бы дублирует, да? Вот, что ты можешь об этом сказать? Ну, он не дублирует. Он, во-первых, это средство, оно чуть сильнее, чем лок. Намного да. сильнее, я бы даже Во-вторых, сказала. Очень хорошо, я, например, использую его для мытья полов из плитки. Он из этих швов прямо вытаскивает вот эту грязь, и это все грибочком так собирается, булечками. Потому что никакой щеткой ты туда не залезешь, и вечная проблема у хозяйки – это швы между плиткой. И Зум в этом смысле справляется вообще шикарно. К нему тоже можно купить дозаторный пульвик, набрызгать между этими и дать постоять. Ой, люблю наши средства, потому что ничего не надо драить. Дать постоять, имейте выдержку, 20 минут, отвлекитесь, займитесь чем-то приятным. Через 20 минут пришли, вытерли тряпочкой, как в рекламе, и все сияет. А вот здесь вот есть такой вот мерный колпачок, очень удобно. Вообще средство разводится 1:2, если очень грязная поверхность, какая-нибудь очень жирная, очень загрязненная, какая-нибудь въевшаяся грязь, вот, то можно развести 1:1. Как это делается с помощью мерного колпачка, эта проблема очень легко решается, потому что здесь есть вот насечки, и здесь указано, какое количество средства вы берете. Вообще в компании, ты знаешь, все так продумано, ничего не надо придумывать. Колпачки мерные есть, эти брызгалки, вот эти вот пульвики с мерными штучками есть, дозаторы вот эти вот есть. Красота. Делай только то, что вот написано, и просто внимательно почитай инструкцию. И если у вас будут вопросы, пожалуйста, у нас под видео есть все данные. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мы будем рады вам все рассказать. Звоните, пишите. У вас есть все, любые возможности с нами связаться, и мы все расскажем, где купить, как купить. Потому что просто так вы не купите. У нас есть в Киеве магазин, но есть условия, чтобы туда зайти, попользоваться тележкой, подойти к кассе, выбить чек. Все как в обычном супермаркете, но есть маленькое но. Пожалуйста, звоните, пишите, мы вам все расскажем. Будьте здоровы с компанией Amway и с нами. Да.